ви ставитесь до нашого мера? Ви задоволені? Погано. Погано? Да, а чому? Москаляка. Ну, шутка, звісно. Ну, не знаю. Я его нигде не вижу, во-первых. Да, вот посмотрите на эти здания, на вообще на наш образ жизни. Какой-то он такой неевропейский, скажем. Как он мало делает для Одессы. Мало? Да, мало. А вообще, конечно, больше надо уделять домам нашим красивым. Вот, ремонты. Вот такой вообще для неимущих людей больше. Так что пусть он подумает. В принципе, негативно. Так же, как и ко всей остальной власти нашей страны. Нияк. Нияк? Нормально, хорошо, мне нравится наш мэр. Не выпендривается ни на каких каналах, работает, делает свое дело. Посмотрите, сколько улиц ремонтируют, сколько и площадь эту, и у нас на Таирова, и... Мне этот мэр нравится. Не знаю, я даже не углублялась вообще в детали его. Без комментариев. В принципе, могло быть и хуже. Так он хоть что-то делает. Видно по городу, что что-то делает человек. У мэра Бетурханова? Да. Не дуже добре. Не дуже? А чему? Ну, не знаю, я... ну, как вам сказать? Вот доверяет делам, но почему-то мы не доверяем. Ну, нет такого... Мэра, как должен быть в городе, наверное, который хозяин города, который видел бы абсолютно все. Хороший мужик, вон, видите, все делает, все строится, да. Все классно. Вы довольны? Хороший, да, мэр у нас прекрасный. Не надо нам другого. Ну, вы задоволены? Серьезно? Вы задоволены тем, что он робить? Нет. Нет? А чему? Ну, как сказать, можно любить Одессу. Видите, что происходит? Вы не любите Одессу, да? Но уничтожая памятники культуры, строя новостройки в центре города, это вряд ли можно назвать любовью. Не знаю, его это заслуга или города, что началось вот реконструкции, стройки, вот это вот. Это нам нравится. Чим я задоволений нашим мером, розумієте? Справа в тому, що він, по-перше, зміг виграти вибори. Тобто люди, які протестують проти мера, вони повинні розуміти, що управляти містом – це не така проста задача. Ви подивіться, зараз на вулицях досить спокійно і тихо, так? Тобто, ну, нема такого розголу злочинності, немає сепаратистських настроїв, дуже таких. Можливо, в нього там є якісь вади не дуже добрі. Можливо, що він щось заробляє для себе. Але я дивлюсь навкруги, не вірю, що хтось з тих, хто прийде замість нього, буде працювати тільки на свою кишеню. Таких людей немає. Він вас задовольняє Уважаю. На посаді своїй? Да. А за що сам? За що сам? Ви були на трасі здоров'я? Последнее время. Я там регулярно катаюсь. Да. Так это что... вас задовольняет то, что он робот? Да, однозначно, да. И то же самое в парке, где я живу. Однозначно меня удовлетворяет. Не снимай, без моего ведома не снимай, я говорю. Я говорю, не снимай.